У тебя все кругом здесь, что это такое? Вообще. Слов нет, одни эмоции. В таком состоянии сейчас находится квартира мужчины, проживающего в доме номер 6В по улице 50 лет Октября. Различным хламом завален каждый квадратный метр. Автору видео буквально приходится пробиваться через завалы, чтобы показать масштаб проблемы. Так, как выйти отсюда? Свою квартиру хламом мужчина заваливает давно. Несколько лет назад мусор оттуда уже вывозили коммунальщики, но нижнекамец снова взялся за старое. Вообще встретить его и пообщаться с ним, и уж тем более попасть внутрь квартиры – большая удача, говорят соседи. Современный Плюшкин ведет абсолютно закрытый образ жизни. Двери он открывает только хорошо знакомым людям. Квартира Михаила находится через стенку. Ему удавалось несколько раз поговорить с соседом. Как говорит мужчина, угрозы он не представляет. Но при всем при этом привести его квартиру в порядок не помешало бы. Ему нужно просто помочь по-человечески. Какие-то волонтеры, чтобы нашлись. Пришли по-доброму, только по-доброму. Потому что, ну, человек в возрасте и обижен. Судьбой, жизнью, может быть, еще что-то. Возраст, болезни заедают. Соседи неадекватно относятся где-то. И молодежь, и прочее. Он так-то старается по ночам выходить, только гулять, чтобы его никто не доставал. Сами по себе волонтеры или коммунальщики, конечно, не появятся. Нужно как минимум обращение от жителей в адрес управляющей компании, говорит исполнительный директор Ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» Дмитрий Романов. Вообще на таких людей мер воздействия практически нет. Только разговорами, убеждениями, работой, соответственно, и соседи, чтобы как-то мотивировали. Но и вот говорю, что самый главный фактор – это вот психологические проблемы, с которыми тоже надо каким-то образом работать или с родственниками взаимодействовать. То есть такая проблема существует. Нужно, конечно, и желание самого жителя. Кстати, по словам соседей, в последний раз мужчине вместо помощи выписали штраф в размере 5000 рублей. Александр Халин, Александр Лихачев, новости НТР.